Меня зовут Надежда, я из Такомы. В общем, что я могу сказать? Я сегодня проснулась утром. Прежде всего хочу заявить, что я вас всех люблю. Аллилуйя! Я хочу подтвердить это все, потому что дело в чем, что я, мне кажется, после первого энкаунтера я потеряла это. 2 месяца мне было так хорошо. Потом у меня ноги стали подниматься, не поднимаются, я не могу плясать, я не могу танцевать. Я думаю, ну, надо мне проверить, что у меня в конце концов, что это такое. Я человек верующий с детства. Бог меня 8 лет назвал Сарой. Где это? Что я сделала такого? Вот. Ну, были у меня кое-какие пункты, которые, может быть, в прошлый раз, так сказать, пропустила. В этот раз я назвала этот энкаунтер выгружение. Просто я загрузилась, потом выгрузилась. Желаю вам этого всем, выгрузиться. Я приехала домой вчера. Мой муж мне букет цветов такой приготовил. Закрыли мне глаза. Да, они с сыном сюрприз сделали. Я пришла, мне там проект был такой небольшой дома, и была грязь, я все бросила и уехала. Лариса меня, так сказать, шлепок мне сзади, говорит, а ну поехали. Я не планировала, но я поехала. Поехала, думаю, все, бросаю, еду, больше не могу. Проблема, в общем-то, может быть, была в том, что я боялась признаться Богу, что я должна делать что-то. Боюсь молиться, чтобы Бог мне дал какое-то ведение. Я сказала мужу, да не буду я его брать, оставьте меня в покое, я не буду брать никакое ведение. У нас была даже ссора дома, после, у нас не бывает практически этого. Мой сын лег спать и говорит, мама, да возьми ты это ведение и забудьте, в конце концов. Вот, и, в общем, вот так, я, собственно говоря, полюбила вас всех. Мне кажется, я вчера разговаривала со всем миром. Мне кажется, ни одного не пропустила там, чтобы не задеть даже, вот, просто так, не задеть. Я вообще такой человек по натуре, люблю, так сказать, общаться. Себя люблю больше еще, вообще не обижала никогда себя. Вот, вчера я приехала домой, я так целовала всех, если бы вы знали. Мне кажется, я сестру свою измяла, что там все так. Я ее так люблю сильно, а вообще зятя своего куда-то целовала за ухом. А он мне говорит, а он сегодня говорит, Люба, говорит, народ, исправляйся, смотри. Я думаю, что сегодня муж меня не гонит? Обычно у нас все время проблемы, я опаздываю всегда. Ну что, пока я там это крашусь, там все, и он меня подгоняет сегодня. Думаю, я 5 минут 11 уже была собрана. Я так думаю, не понял, неужели я собралась так быстро? И зять мой говорит, Любе кричит, так говорит наверх. Люба, ты знаешь, народ исправляется, смотри. Он говорит, ты знаешь, если ты не поедешь на энкаунтер, я тебе покажу нокаутер. В общем, так что ждите, если что, он виноват. Вот. Я хочу сказать, вы знаете, такое благословение. Я так рада. У меня столько много труда. Боже мой, я не знаю, откуда мне начинать, но мне надо. Я не могу больше, я уже упиралась, и, между прочим, я вчера свидетельствовала, что Бог мне говорит уже 20 лет, как я живу в Америке почти. Мне он говорит, что команда моя, вот 2 слова мне говорит, с командой моей работы много. Я мужу говорю, сколько вот мы живем с ним, я говорю, слава Богу, Бог командует, наверное, нам, так сказать. Ну, я приехала сюда и услышала это слово, и меня просто так это, такой нож в сердце, неужели здесь такое говорят? Почему они говорят это слово? Зачем они его говорят вообще здесь? Вот, ну я смирилась. Люблю вас всех. Правда люблю. Вообще, я вчера ехала с Верой, вообще такой человек осторожный. И она такая вот, где она там есть? Хулиганка вообще, да, вон. Хулиганка, она разгоняется, потом тормозит на машине, а там лёд. Я говорю, ты осторожнее на поворотах, слушай, я живой хочу доехать. А она это самое, а мне так спокойно. Всегда это у меня была уверенность, я её потеряла. Вот, Бог меня исцеляет еще больше. На прошлом энкаунтере Бог исцелил мое колено. Хорошо, так бегаю, даже на шпильках. Вот, класс.
Я всем желаю вам благ. Хочу служить, если Бог даст мне силы. Я думаю, что Он мне даст. Вот. Так что, Шаповалов, ждите.